Хочу показать. Вот это, посмотрите, это лужу. Я только что сделала видеоролик про дети там по забору лазят, и все в воде, как Венеция вторая. Посмотрите на эту лужу. Я понимаю, что вы потратили кучу денег на эту статую, но посмотрите на лужу. Вы представляете, это тут, я сейчас, подождите, вот. Вот скажите, вот вместо вот этих денег, которые вы потратили на этого козла ебучего, вы же могли построить какие-то там эти draining system, вот эти вот стоки, или как называется по-русски, чтобы все вот это куда-то стекало. У вас же, суки, ничего не стекает. Потом куча людей ломает руки, потом их надо лечить, они не трудоспособны, ну и вообще никому не нравится ломать руки. Но вот вы везде вот сейчас будете тонуть. Дальше, смотрите, на школу. Хоть один кондиционер висит. Хоть один. Вот вы смотрите сейчас вот весь год война в Украине. Везде. Даже в Донецке, в Луганске. Вот везде висят кондиционеры. Ну, у вас их нет. Какой-то ебучий поп стоит. Вы представляете, какой позор. Вот я не знаю, вот как вот вы смотрите, а? Я каждый раз, когда я смотрю русские видео, и когда я смотрю украинские видео, я сразу вижу разницу. Даже без всяких этих ебучих вот этих флагов. Уже видно, где я нахожусь. Цивилизация? Нет, цивилизация. Для людей? Против людей.